Всем добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию серебряную монету две рейсмарки 1937 года, буква А, Гинденбург, Третий рейх, Германия, состояние унц. В этом видео не будет никакой пропаганды нацизма, а просто демонстрация монеты для продажи и краткая история. История монеты. Тираж 23 миллиона штук. Описание монеты. Серебро 625 пробы. Не самая хорошая проба. Гурт, надпись. Вес 8 грамм. Диаметр 25 миллиметров. Толщина 2 миллиметра. Аверс. Изображен герб Германской империи. Орел с раскрытыми крыльями. И дубовый венок со свастикой. 1937 год. Номинал двоечка. На реверсе монеты изображен. Вот реверс монеты. Изображен Пауль Людвиг Гасс Антон фон Бенендорф und von Гинденбург. Немецкий военный политический деятель. Рейхс-президент Германии 1925-1934 год. Первый и единственный в истории Германии человек, избранный главой государства на прямых всенародных выборах. Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером Германии. Буква А, это обозначение, буква А, вот с краю, внизу, буква А, это обозначение монетного двора в Берлине. Состояние монеты, унц, штемпельный блеск, гурт без ударов, поле чистое, без царапин. Показываю состояние монеты медленно со всех сторон. Гурт чистый, монета в холдере, так как хранилась в холдере. До распродажи коллекции куплено было давно. Показываю с обратной стороны. Везде яркий штемпельный блеск. Царапин, ударов нет. Реальная цена монеты в таком унц-состоянии на аукционах Украины 180-300 гривен. Отличное вложение денег, потому что постоянная цена этой монеты X5 в состоянии 200 гривен, а это унц сейчас. Цена не падает. Еще показываю состояние монеты со всех сторон. Блеск. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Удачных торгов! Спасибо за внимание!